говорится, no comment. И туда, вдаль. Ну, кто вчера посмотрел Россию, там, 224, как тут все классно. Тот может не смотреть. Может успокоиться, забить на все. Ну, разумеется, автобусы не ходят, потому что вон остановка, там просто некуда. Некуда пристать. Запашок, я вам скажу, адовый просто. Просто адовый. Ну, разумеется, никакой комиссии мы к себе не дождались в дом. То есть отписки, отмазки по телефону. Типа, собирайте документы, идите туда вот, в администрацию. То есть хамское абсолютно отношение. Ну, у нас чуть поменьше во дворе спадает, но тоже. О, как красиво. Подвалы все по центру утоплены. То есть в центре такой амбре стоит просто. Может даже на городской сквалке. Ничуть не это. Вот такие вот дела. Комсомольск на Амуре. Я думаю, это крайнее уже видео на эту тему. Просто добавить уже нечего. Уже, честно говоря, измотало все это. Правда жизни измотала. Просто удивительно, как быстро эта система сформировала разные абсолютно виды, да, человека. Человек человечный и человек-тварь. Тварный. Чиновники, вся эта мразота равнодушная абсолютно. Не то, что к страданиям людей, а к их каким-то элементарным чувствам, желаниям, да, нуждам, просьбам и оплаченным причем.